Короче, и что это у нас тут? Аптечка для оказания первой помощи? Ну что ж, всем-всем доброго вечера, дорогие подписчики. С вами Русский Дрил на сцене. И сегодня я хочу снять вот вам обзор вот на такую вот аптечку первой помощи. Ну что ж, вскрываем, смотрим. Что тут у нас? Какое-то покрывало тут лежит. Спасательное изотермическое. Вот, смотрите. Изотермическое покрывало. Потом тут Мирал, производитель НПФ. Воронеж, короче. Инструкция. Лейкопластырь медицинский. 2 на 500 сантиметров. Короче, вот. Значит, общая последовательность действий на месте происшествия. Что нужно делать, если вы стали участником происшествия? Нужно выполнить следующие действия. Первое, нужно провести оценку обстановки и обеспечить безопасные условия для оказания первой помощи. Второе, нужно определить наличие сознания у пострадавшего. При наличии сознания нужно ему перебинтовать колено, если у него, конечно, там перелом или что-то там другое. Третье, нужно восстановить проходимость дыхательных путей пострадавшего и определить признаки жизни. Определить наличие нормального дыхания с помощью слуха, зрения и осязания. Четвертое, вызвать скорую медицинскую помощь и другие медицинские службы по номеру 112-103-03. Привлекая помощника или используя громкую связь на телефоне. Пятое, нужно начать проведение сердечно-легочной реанимации путем чередования давления руками на грудину пострадавшего и искусственного дыхания рот к рту или рот к носу с использованием устройства для искусственного дыхания. При появлении признаков нужно обеспечить комфортное удобство пострадавшему. При появлении или наличии признаков жизни придайте пострадавшему устойчивое боковое положение для поддержания проходимости дыхательных путей. Седьмое. Нужно провести обзорный осмотр пострадавшего для обнаружения наружного кровотечения, остановить его. Выполнить прямое давление на рану, наложить давящую повязку. При невозможности или неэффективности этих действий осуществите пальцевое прижатие артерии и наложите кровоостанавливающий жгут или выполните максимальное сгибание конечности в суставе. Восьмое. Нужно провести подробный осмотр пострадавшего для выявления признаков травм и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью. Оказать первую помощь в случае выявления некоторых состояний. Придайте пострадавшему оптимальное положение тела для обеспечения ему комфорта и уменьшения степени его страданий. Десятое. Нужно постоянно контролировать его состояние, наличие сознания, дыхания и кровообращения и оказывать психологическую поддержку. Ну, такие вот действия по оказанию первой помощи. Короче, это у нас список. Тут что, маски, медицинский жгут, кровоостанавливающий бинт, марлевый, медицинский, стерильный. И нестерильный есть. Ну, так, прочие средства. Ну, короче, вот такие вот масочки медицинские. Это вот я рекомендую, если вы сходили там в больницу, там. Сейчас пневмония ходит, вот в ГРТ вам рассказывали, надеюсь. Слышали, что там посадили какую-то группу. И коронавирус тоже не дремлет. Так что масочки рекомендую всем. Ну, это тоже опять покрывало спасательное. Это я уже показывал. Перчатки у нас медицинские. Короче, вот такие вот перчатки у нас. Ну, в принципе, неплохие перчатки. Ну, чисто для больницы. Потом у нас тут есть... Сейчас, подождите. Перчатки. У нас тут есть... Вот такие вот ножницы для отрезания бинта. Так. Бинт марлевый, нестерильный.
7 на 14 сантиметров, вот смотрите. Так, потом у нас еще один бинт марлевый, нестерильный. Уже 5 на 10, вот смотрите. Потом у нас салфетки марлевые медицинские стерильные, 16 на 14 сантиметров, вот такие вот. Так, потом у нас этот, тут я вам уже показывал, 7 на 14 бинт. Это тоже бинт вот такой вот. Так, в принципе, это тоже бинт. Короче, это все бинты. Вот это салфетки, но это я уже показывал. Потом, что... Вот, кстати, жгут. Жгут — это кровоостанавливающий, одноразовый. Вот, смотрите. Противопоказания вам зачитаю. Не рекомендуется накладывать жгут непосредственно на рану, на инородные тела, находящиеся в ране, на место перелома и отломки костей. Вот такой вот жгут. Потом у нас лейкопластырь бактерицидный у нас 72 на 19 миллиметров. Вот, смотрите. Ой, упал, ладно. Что у нас тут? Это у нас лейкопластырь бактерицидный на нетканной основе. Уже 4 на 10 сантиметров. Вот такие лейкопластыри. Ну что, тут для оказания первой неотложной помощи универсальный, эластичный, мягкий и воздухопроницаемый. Паропроницаемый. Все стерильно, тут все нормально. Вот такая вот аптечка первой помощи. Если вы оказались в сложной ситуации, нужно помочь, прийти, если там раненый лежит, и нужна ему первая помощь, обязательно. Обязательно. Короче, ждите следующих видосов, они будут. Они просто будут. И скоро у нас Новый год. Поздравительное видео тоже ждите. От русского дрила. Короче, с вами был русский дрил на сцене. Всем удачи и всем пока.